Вот так теперь выглядит вход в жилой дом. Пенсионеры жалуются, мало того, что теперь затруднительно выйти на улицу, из-за нового уровня тротуара теперь не могут открыть ворота. В городской администрации обещали исправить проблему, подогнать ворота под новый тротуар. Однако, как уверяют жители, до сих пор ничего не сделано. К сожалению, ничего не изменилось. Единственное, изменилось, снег выпал. Ворота, я наняла людей, мне подрезали ворота, подняли дверь. За мой счет, это я заплатила. Никто не приходил, не спрашивал, что, как. Ничего не сделали. К слову, такая ситуация случается не в первый раз. В прошлом году во время асфальтирования тротуаров на улице Максима Горького дорожники заблокировали ворота нескольких жителей.